Всем приветик, ребята, Кент АПК на проводе, и сегодня, ребята, ваш Кент АПК вам расскажет, как же можно совершенно бесплатно, не вкладывая ни копейки, получить чит на керамбит, чит на флай, чит на прохождение через стены, чит на золото, чит на подкрутку и чит на смену ника. Ребят, все совершенно бесплатно, но, ребята, ну вам надо поставить лайк. Пацаны, давайте. Каждый по лайку скинулся, и уже будет 2000. Ребят, поддержите меня вашим царским огроменным лайком. Все, жду лайки. Пока лайк не поставите и не подпишитесь на мой канал, видео не будет. Давайте, жду. Надеюсь, вы все поставили лайк. Пишет мне, ребята, Ренат. Ау, тут кто-то есть? Я ему отвечаю. Да, приветик, Кент АПК на проводе, я ему отвечаю. И потом, короче, ребят, давайте ближе к сути дела. Я у него спрашиваю: а у тебя читы есть? Он такой: конечно, есть, братан, заходи, бери какие надо, на офлайн, на спидхак, на выхаб, все, что надо есть. Ну и, конечно, ребята, я ему пишу: ну, мне надо, наверное, на бесплатный керамбит. Но я думаю, мне бы не мешало, чтобы ты мне показал скриншот, как минимум, этого керамбита. Он такой: у меня скриншота нет. Ну, ребят, как обычно, прикиньте, это каким же надо быть разводиловым, чтобы даже не иметь скриншота того, на что ты обманываешь. А давайте-ка мы зайдем на его страничку, ребят, тут просто ради интереса. Ренат Гусейнов. Так, давайте посмотрим его фотографии. Ой-ой-ой, ребята, ничего себе, смотрите, по всей видимости, парень собирается собирать на Мерседес при помощи нас, да? Это ему надо, не знаю, где-то 1000 моих подписчиков кинуть, чтобы купить себе Мерседес. Если не всех. Так, ой-ой-ой, а еще этот парень АУЕ. Ой, ребят, кажись, мы попали на опасного бандита. Ну, ребят, не пугайтесь, дальше будет интересней. Ой, так, это слишком, мы забежали наперед. Дальше он мне пишет. Я у него спрашиваю, что за читы? Он мне отвечает: на бессмертие, на золото, на керамбит. Ну, короче, на все, что хочешь, на то и читы, ребят. Ну, все, что хотите, на то и читы. Я спрашиваю: ну, слушай, а вдруг ты меня обманываешь? А у тебя точно есть читы? Он такой: да, мамой клянусь, конечно, есть читы. Так, дальше я у него спрашиваю: слушай, а флипнайф есть? Он такой: конечно, дружище, конечно, и на флипнайф тоже есть. Так, короче, ребят, есть на все, что хочешь. Даже ник можно поменять на Тайберса, прикиньте, ничего себе, щиты мощные. Я у него спрашиваю: а сколько стоят щиты? Вот сколько стоят щиты для меня? Он такой: для тебя 50 рублей, или если хочешь, вообще бесплатно, ребят. Ну я ж не дурак, 50 рублей платить. 50 рублей это одна шавуха, ну или один тост. Конечно, я им говорю: давай бесплатные щиты. Потому что у меня только 3 рубля на киви, поэтому давай лучше бесплатные, бро. Он мне пишет: я делаю добрые дела, поэтому для тебя читы бесплатно, ребят. Какие хорошие люди. Бесплатные читы для меня. Ой, прям золото. Золото, а не Ренат. Дальше. Он мне пишет: давай, короче, свой логин и пароль говори. Ну, как все школьники пишут, да? Говори свой логин и пароль, и я тебе даю читы. Дальше, ребят, я пишу, что мне 10 лет. Я не знаю, вот вы можете мне дать по моей аватарке, что мне 10 лет, ребят? Ну вот как он мог поверить? Как? Я просто в шоке. Я ему сказал, что мне 10 лет, и он поверил. Ребят, ну, конечно, он чайник еще тот. Я просто с него в шоке. Ладно. Дальше, ребят, я ему пишу типа логин и пароль. И дальше, он не пишет: все, давай, до свидания, удачи, Кент АПК. То есть он, короче, ребят, подумал, что он меня развел на аккаунт, хотя он даже не проверил, там были вообще левые данные. Он, ребят, подумал, что он меня развел на аккаунт, подумал, что он зашел и пишет: все, давай, удачи, типа, уходи, Кент, пока ты мне больше не нужен, я получил твой аккаунт, все, давай, проваливай. Ну, а, ребята, дальше был самый эпик. Готовы? Готовы? Сейчас, короче, будет самый-самый трэш. Ха-ха! Ой-ой-ой! А теперь смотрите. Кстати! Он, ребят, прикиньте, поменял имя. После нашей переписки с ним он, ребят, поменял имя, и он, короче, был Рената. Ой, Маратом. Маратом. А после моей переписки он, короче, ребят, испугался и поменял имя и фамилию, и теперь он стал Ренатом. Ха-ха. Вот, блин, маленький сыкунишка. Я, короче, ему пишу, что у меня папа работает в полиции, и его арестуют. И самое интересное, написал, что его вычислят по IP. Ой, блин, ор выше гор. Дальше. Он пишет, ребят, внимание, он пишет: прости, пожалуйста, я просто пошутил.
Вот, ребята, парень пошутил, вот пошутил. Потом он пишет, потом я ему пишу: у тебя будет очень большой штраф, и родители продадут твой телефон, чтобы его отдать. Блин, ребята, это такой эпик. Вы просто обязаны поставить за это лайк. Ну, а потом дальше он, короче, начал просто меня игнорить, и все. Ну и, в принципе, ребята, на этом все. Пожалуйста, поставьте лайк, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и напишите хорошие комментарии, и напишите вообще, что вы думаете по поводу всей этой ситуации. Ну а также, ребята, никогда не ведитесь на подобный развод. Ну что же, с вами был ваш Кент, пока, всем удачи и всем-всем пока. Пока-пока!